если даже не догнать, у нас есть свой путь, мы просто должны рассказать, упаковать свой продукт, то есть Башкортостан, на регионы России, на весь мир, и чтобы был сервис, какой-то кластер развить, все-таки тут нужен государственный подход, государственно-частное партнерство, через какие-то события, через какие-то, вот, допустим, международные выставки и другие нестандартные креативные подходы, только можно развить вот это все. Вот я вижу очень часто такую фразу, я встречаю у людей, что надо продать. Да не надо продать, нужно поменять фразеологию, надо, чтобы люди купили. Это совершенно разная подача.